Доброе утро. Позанимаемся, друзья, растяжкой. С утра красота, в 7 утра. Ну, чуть побольше, лет по 8. Никого нету. Можно, ребята, порастягивать. Вот такие упражнения на растяжку тазобедренного сустава. В каждом положении 1-2 минуты, ребята. Весь тазобедренный сустав растягивается. Кайфовая штучка, ребята. Даже интереснее, чем кое-что в юности было. Поменяли позицию. Можно дома делать с табуреточкой. Все это подсмотрено и вспомнено через социальные сети, через интернет. Разные видео, оздоравливающие, очень интересные видосы, парни. Дождь идет, но мы не промокаем. Так, что у нас еще дальше? Сейчас качнемся, покачаемся на стапелях, на таких, на ножных. На классных. Сейчас посмотрим, получится ли установить камеру. О, слушайте, классно. Вот так вот мы сейчас позанимаемся. Опа. Главное, в такую погоду перчаточки иметь, и будет все клево. Ой, красота, когда есть силы, когда есть настроение заниматься. Запарился я вчера немножко с этим, с ремонтом смесителей. Ладно, сегодня разберемся, мелочи жизни. Очень неприятная штука, не люблю, когда что-то не получается. Ух, блин, меня это настораживает, начинает. Так, опа. Все разные мы эти там. Муфты, буфты, блин. Гайки. Барашки эти, блин. Все разные. ГОСТа нет практически. Поэтому занимаемся спортом. Не отвлекаемся, пацаны. Качаем низ живота. Ах, дед Борисович, как зажигает сегодня. Ух ты, блин, а. Вот и дождик почти закончился. Опа, ничего себе. Нифига. Летает, надо ее остановить. Ну что, ребята, сейчас вот здесь еще качнусь. Короче, все это мне напоминает утренний спортивный городок в Каунасе, когда уже весна, мы уже заканчивали, когда все тает. Тем не менее, зарядка. Кстати, в военном училище то же самое. Зарядка, голый торс и вперед побежал. Кросс и так далее, и так далее. Ребята, всех обнял. Давайте. Тренировка у меня сейчас будет продолжаться. Еще одна таких вот штуках на зацепах попробую. Полазить классно. Опа. Опа.